В соответствии с указом Владимира Путина 2018-2027 годы в Российской Федерации объявлено десятилетием детства. Что сделано за 2 года и какие коррективы нужно внести в план действий на будущее, обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. План десятилетия детства до 2020 года состоял из 15 разделов и включал в себя 70 мероприятий. Была проведена серьезная работа по повышению уровня жизни семей с детьми. Многое сделано в плане образования, обеспечения современной инфраструктурой. Отдельной темой стало культурное развитие детей. За этими словами стоят конкретные цифры финансовой поддержки малообеспеченных и многодетных родителей, адреса новых досуговых и спортивных площадок, современные технологии в образовании. Всего не перечислишь. По большому счету, все мероприятия, которые были запланированы, они выполнены. План был хороший, работа проведена большая. В основе, конечно же, ребенок. Они все были направлены на стремление к тому, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми. Сегодня правительство России формирует федеральный проект плана основных мероприятий десятилетия детства на период до 2027 года. Наша с вами задача – слушать и слышать самих детей, чего они хотят, чего им надо. И соответствующим образом, исходя из этой информации, далее планировать свою деятельность. Поэтому просил бы, исходя вот из этого подхода, скорректировать те протокольные решения, которые сформулированы, ну и, соответственно, дальше организовать работу. Будущий план мероприятий должен синхронизовать деятельность всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и общественных организаций. Ведь от того, как мы относимся к нашим детям, можно судить о моральном здоровье общества. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика.